ЦСКА «Зенит». Что касается матча ЦСКА-Зенит, то видно, что «Зенит», в принципе, конечно, был сильнее, моменты создавал больше и мог, конечно, выиграть, но в целом игра была предсказуемая в том плане, что Федотов так вот каждую игру против «Зенита» выстраивает так вот оборону на контратаках и моментами без мяча прессингует. То, собственно говоря, ЦСКА удалось, и забили гол. Кто виноват? На мой взгляд, все равно вина Алипа, она минимальная. Потому что если бы он выбил бы этот мяч, который, говорят, нужно было выбить, не подсовывать, тогда, может быть, он в следующей игре был бы на скамейке, ему удивили бы, почему мы все пытаемся сохранить, мы такие, а ты берешь и убиваешь. Здесь палка о двух концах. То есть, если при прессинге тренер и партнеры решают, что они должны мяч сохранять, то футболист, который просто выбивает, ему потом будет претензия, почему ты этому уровню не соответствуешь. Он бы хотел бы выбить, но если бы он выбил, он бы был в дурацком положении. Поэтому он дал Киржакову. Да, дать он мог лучше, я согласен. Но в целом он отдал не так-то и плохо. Здесь проблема была только в том, что Киржаков сделал на один переступ больше. И тем самым дал шанс Заболотному сделать подкат. Все.